Друзья, приветствую вас на канале распаковок посылок с AliExpress. Распакую недавно полученные посылки. Все покажу, что смогу протестировать. В общем, приятного просмотра. В этот раз в посылках всякие мелочи для кухни, для дома, для декора. Не ожидала, что этот товар пришлют в картонных коробках. Обычно все, знаете, в пакетиках упаковано. Этот же товар упаковали в коробочки. На коробках информация о том, что это такое. Это органайзеры для канцелярии и не только. Я заказала не для канцелярии, а для организации хранения нужных мелочей в прикроватной зоне. Все покажу, что я затеяла. Первый органайзер выглядит так. Цвет такой бело-серый, да? Плотный пластик, без запаха, без изъянов. Крепление многофункциональное, можно закрепить поверх края стола, поверх края тумбочки или полки. А можно крепление разогнуть и закрепить органайзер на вертикальной поверхности, в любом месте. Чуть позже я покажу вам, что я буду в нем хранить. Второй органайзер. Написано «двойной держатель». Кстати, у продавца есть еще такие же черного цвета. Цена очень бюджетная. Вот так выглядит двойной держатель. Пластик отличного качества. Способ крепления, как и у первого. У меня настали такие времена, когда возле кровати, возле спального места уже нужно хранить очки и таблетки. Да, я не шучу. Каждое утро при пробуждении я пью таблеточку тироксина, и мне надоело его постоянно искать в выдвижном ящичке. И я решила обустроить себе удобное место для хранения таких часто используемых вещей. Да? Прикрепила на комод в место, которое легко достать рукой с кровати. В длинный органайзер для карандашей хорошо поместились очки для чтения, а в двойной всякие другие мелочи помимо тироксина. Очень удобно теперь, я довольна. Давайте смотреть дальше. Это приспособление для прокола сырых яиц. Для чего вообще прокалывать яйца? Я перед заказом погуглила. Оказывается, если перед варкой сделать прокол с тупой стороны яйца в скорлупе, то яйцо не треснет при варке, а после варки легко очистится. Ну что, это нужно проверить. Такое вот довольно симпатичное и компактное приспособление. Есть замочек. В таком положении игла не выскочит. И в таком положении приспособление рекомендуют хранить. Открываем замочек и видим довольно острую иглу. Все просто и понятно. Хочу протестировать этот гаджет. Да? Беру 5 яиц. 3 из них я проколю иглой, а 2 оставлю как есть. Ничего сложного. Прокалывать нужно сырое яйцо с тупого конца, там, где в яйце расположен воздушный мешочек. Ничего не вытекает, яйцо не трескается. Я решила усложнить задачу. Яйца буду опускать почти в кипящую воду. Хотя обычно я так не делаю и начинаю варить яйца в холодной воде. Яйца холодные из холодильника, но, как видите, они не треснули. Уже хорошо. Но, к слову, не проколотые тоже не треснули. Из проколов выходят пузырьки воздуха. Что-то происходит. Меня интересует, сработает это или нет. Хочется, чтобы яйца очищались от скорлупы, знаете, вот таким одним движением. Может быть, вы знаете какие-то секреты, чтобы так легко очищались яйца после варки? Делитесь в комментариях. А сейчас я вынуждена вам признаться, что это было какое-то странное тестирование. И проколотые, и непроколотые яйца чистились, как обычно, одинаково плохо. Хотя после варки они полежали в холодной воде. И я должна вам сейчас сказать, что приспособление не работает и прокол не имеет смысла. Но я потом продолжила пользоваться этим гаджетом, прокалывателем яиц. Каждое утро я варила себе яйцо, предварительно проколов его. И каждый раз яйцо очищалось легко, чуть ли не одним движением. Я не знаю, что сказать. Разные яйца, разная свежесть. И когда я варила яйца по утрам, я опускала их в холодную воду.
У меня уже такое было, когда я зря обругала товар, а впоследствии оказалось, что я просто как-то что-то неправильно сделала. Поэтому я сейчас не хочу вам сказать, что это плохое приспособление, потому что я пока сама не поняла, в чем же дело. Я думаю, что в следующем видео я вернусь к этому товару и скажу вам точно, как мне это приспособление. Договорились? Давайте продолжать. Это тоже приспособление для яиц, для фигурной нарезки яиц. Но я купила это для другого продукта. В наборе две такие пластиковые полосочки с разным рисунком для нарезки. Зигзаг и волна. Они слабо гнутся, их просто кладешь на стол или на доску и прокатываешь по ним яйцо. Я покажу как. Вот так это делается. Делается это для красивой нарезки, может быть, для детей, которые плохо едят, чтобы красивенько блюдо выглядело, я не знаю. Лично мне в детстве красивая подача не помогала, ела плохо почти все. Ну и на волнистом резаке получается вот так. Я редко так нарезаю яйца. Я искала на AliExpress резак для надсекания сосисок для красивой обжарки. Нашла. Цена меня убила. И я подумала, что эти более доступные резачки для яиц хорошая замена. Я люблю перед жаркой или варкой сосисок их надсечь. Можно и ножом, конечно, но фигурно гораздо интереснее. Инструмент справляется легко, сосиски без оболочки. Это то, что я хотела. Так выглядят сосиски до жарки. После этого их хоть на гриль, хоть на сковороду, хоть в кипяток. Что получается, вы видите на этих кадрах. Кто такое любит, рекомендую. Полезная рабочая мелочь. Кто смотрит мой канал, знает, что я шью. Я бы могла такую подушечку для игл на руку сшить себе сама, но не захотела возиться и зря. Честно говоря, лучше бы сшила сама. Она, конечно, симпатичная, яркая и довольно удобно лежит на руке. Но внутри пенопласт, и это большое разочарование. Совсем не понравилось втыкать иглы в пенопласт. Туго идет, и этот звук, от которого у меня начинается нервный тик. Честное слово, не рекомендую к покупке. Может быть, следующий товар меня порадует. Что там? Ага, это очень бюджетный пластиковый резак для теста. Был у меня похожий, но затерялся во время ремонта. Я сейчас тесто раскатываю и разделываю на силиконовом коврике. И ножом это делать опасно. Можно прорезать коврик. Но вот, наконец, у меня этот пластиковый резачок теста. По периметру он рифленый, чтобы не скользила рука. Это хорошо. Беленький, довольно прочный пластик, без запаха. Очень мне его не хватало. Жаль, не сделали такое отверстие сбоку для подвешивания. Но ничего, я найду ему место. Резак среднего размера. Удобно резать тесто как на пирожки, так и на пельмени с варениками. Следующая посылка. Здесь всякие штучки для декора. Вы знаете, на AliExpress этого добра вагон и маленькая тележка. Так, и первый товар прямо-таки рвется наружу. Это набор декоративных тыквочек. Их тут 12 штук. В магазине есть еще и такие ярко-оранжевые тыквы. И там наборы по 12 штук. И можно купить 24 штуки. Это будет еще дешевле, да? Но я взяла... 12 штук белых тыквочек, потому что мне не на Хэллоуин, а просто так для декора.
Это какой-то такой вспененный материал, покрытый глянцевой пленкой. Не очень аккуратно сделанные вот эти шпеньки. Но это сильно видно только на макросъемке. Так, честно говоря, не очень бросается в глаза. Запаха неприятного не издают. Очень хорошенькие. Помню, как-то в одном журнале по интерьеру видела интересные идеи с декором. Для декора вот с подобными тыквочками. Я вам так и примерно покажу, куда их можно пристроить. А так, идей может быть гораздо больше, что нас может ограничить только наша фантазия, да? В этом же магазине заказала настенные вазочки. Я заказала две одинаковые. Я имею в виду две одинаковые по форме. Мне показалось, что эта форма самая удобная и толковая. Может быть, вам понравятся другие. У продавца есть и другие формы, такие более округлые. В общем, это надо посмотреть. В комплект входит крючок. Если вдруг вы захотите повесить вазочку не на стенку, на гвоздик, а если вы захотите повесить на окно, на стекло или на плитку. Вот так это будет выглядеть. Я хочу повесить именно на окно, на стекло. Весной и летом бывает, что дома появляются букетики из полевых или из садовых, таких, знаете, коротеньких цветов. И мне кажется, что в таких вазочках смотреться будет очень хорошо. Это была полупрозрачная, а вторая из такого же плотного, непрозрачного пластика. Может быть, это и лучше. Если вода от цветов поменяет цвет, то в непрозрачной этого не будет видно. Понравились. Одну отдам маме, а вторую оставлю себе. На момент тестирования дома не оказалось цветов, не сезон. И вообще такая жуть, за окном пасмурно, дома темно. Но цветет у меня герань на балконе. Возьму пару-тройку зонтиков, чтобы показать примерно, как это должно выглядеть. А скоро начнутся весенние цветочки с короткими стеблями. И, в общем, будет вазочка использоваться. К покупке рекомендую. Хорошая, интересная вещица. В том же магазине нашла милых ангелочков для декора и не смогла пройти мимо. Заказала. В наборе 6 штук, и они все разные. Это не гипс, это какой-то другой материал. Что-то, знаете, такое между гипсом и пластиком. Я не знаю, что это. Руки не пачкают, очень гладкие, немного глянцевые. И отлично видны все мелкие детали. Отличный товар. Кто страдает творческим зудом, рекомендую присмотреться. Давайте прямо тут, посреди распаковки, придумаем, куда их можно применить. Например, наклеить на эту вазочку. На мой взгляд, шикарно. Пахнуло винтажом. С обратной стороны они гладкие, можно клеить куда угодно. И, скорее всего, можно клеить на вот этот вот горячий пистолет, да? У меня есть такие емкости для ватных дисков и для ватных палочек. На моем белом комоде такие украшенные баночки будут смотреться органично. У меня есть такая пудра, я тоже покупала ее на AliExpress. Пудра там как пудра. Она транспарантная, то есть финишная, да, полупрозрачная. Неплохая, кстати, пудра, она мне понравилась. Но эту баночку с ангелочком я просто обожаю. Всегда беру ее в руки с удовольствием. Поэтому такой декор мне нравится. Еще раз покажу вам эту прелесть. Вопросов к товару нет. Красиво, качественно и недорого. Что еще заказала? Заказала силиконовую форму. Я заказывала много форм для изготовления свечей. Почти все они были качественные. Это форма для другого вида творчества, да? В таких отливают что-то из эпоксидной смолы. Этот вид творчества пока мною не опробован, но очень хочется.
Вообще, я думала для начала отлить таких блинчиков из гипса, но, к сожалению, в нашем магазине, вот здесь поблизости, хотела быстро купить и сделать, чтобы отснять, не оказалось вот этого гипса, алебастра, или как он там называется. К сожалению, я вам ничего не покажу, я не нашла гипса в ближайшем строительном магазине, займусь этим чуть позже. Ну вот что отливают другие, вот это фото со страницы продавца. Под конец распаковки я получила посылку с массажером для области вокруг глаз. Но это будет только анонс пока. Этот массажер двухсторонний. Одна сторона что-то одно делает, другая сторона что-то другое. Я буду пару недель этот массажер тестировать. И в следующей распаковке уже вам расскажу, толковая штука или нет. Лежали вечером перед телевизором, и я включила камеру, чтобы снять вот этих двух дружбанов, да. И посмотрите, какая у нас случайно наложилась озвучка на это видео. Потом слушали и смеялись, и я решила вам показать, ничего не редактировать. У меня немножечко еще из рубрики «Прекрасная». В общем, французы в соцсетях активно сейчас размещают такие вот видеокадры, на которых юный Макрон с крашенными волосами, макияжем, в парике. Это кадры, ну, извините меня, с две вечеринок. Я не знаю, честно вам могу сказать, все-таки реальные, настоящие эти кадры или дипфейк, но говорят, что, в общем, очень похоже, что это подлинные кадры с какой-то гей-вечеринки. В общем, давайте посмотрим. Ну, это явно, это дипфейк. Это дипфейк. Но там, где вот Макроша молодой, он очень на себя похож. Ну, давайте посмотрим. Президент Франции. Друзья, распаковка закончена. Спасибо вам за внимание, за комментарии, за ваши лайки, за то, что делитесь моим видео в соцсетях. Я желаю вам отличного настроения и хороших покупок. Прощаюсь с вами. До новых видео. Пока-пока.